устроил ты этот самый кровавый майдан? Ты организатор. Хорошо. Так хорошо. Ты несешь ответственность за это или нет? Я несу ответственность за все, что происходит. Несешь, да? Да. Мне страшно! Почем Украина, Клычко? Страшно! Я буду защищать до конца своего! Сейчас Путина... Сразу после Путина ведет пресс-конференцию. Да? Когда он освободился? Я вызвал ее, она сейчас спустится, ребята. Она ведет пресс-конференцию, Виталий Кличко. Как она может ее бросить? Вы понимаете, что вы требуете? 14 минут идет, 14 минут идет пресс-конференция. 14 молодой минут. Человек, я сказал, Путина... Хамство, Андрей Григорьевич, смотрите. Не плевать на Кудину и на вас. У меня работа. 14 минут идет пресс-конференция. Позор.